Решаем сами, выбираем онлайн. Народное голосование за талисман 800-летия Нижнего Новгорода стартовало в регионе. Из 221 заявки, поступившей на конкурс, жюри определило 5 финалистов. Итак, самым популярным персонажем Нижнего в 2021 году могут стать Гор и Нино, автор работы Никиты Киселев. Их имена созвучны с названием города, а название к первому персонажу навели Дятлова горы. Под цифрой 2 талисман города Н – олень по имени Алеша. Почему именно через букву О создатель талисмана, нижегородка Лиза Сазанова, не поясняет. Талисман под номером 3 – стрелочка и кремленок. По словам автора нижегородки Натальи Кривоносовой, тут все очевидно. Одна из достопримечательностей столицы Приволжья – Кремль. Второе символическое место – слияние Оки и Волги. Жительница Бора Юлия Рябинина предлагает выбрать талисманом олененка-супергероя. Он такой же смелый и отважный, как Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. А в себе супергерой собрал все замечательные качества достопримечательностей и знаменитых великих людей Нижнего Новгорода, пояснила смысл работы ее автор. Ну а Ксения Близнюк из Москвы надеется, что именно ее работа под названием «Стрелка» одержит победу в народном голосовании. Решить, кто из героев станет талисманом 800-летия Нижнего Новгорода, можно до 6 августа включительно. Голосование проходит на сайте nizhny800.ru.